несмотря на то, что я все-таки женщина, да, я хочу сказать вот такую крылатую фразу. В футбол играют настоящие мужчины. Я в этом убеждена, и это вы, вот те, кто стоит сейчас на поле. Ребят, буквально 2 дня назад мы желали вам успехов, удачи, победы. Мы начинали этот турнир сегодня, уже подводим итоги. Я поздравляю вас с тем, что вы вышли в финал, что вы сегодня призеры и победители. Турнир, не побоюсь повториться, действительно очень важен, очень нужен. И благодаря тому, что есть такие турниры, жива память. Память о замечательном человеке, выдающемся, который очень много сделал для развития спорта Ростовской области. О Борисе Алексеевиче Кабаргине память жива, пока есть этот турнир. И то, что он проходил второй раз, это дает надежду и уверенность в том, что он будет и в третий раз, и он действительно будет традиционным. Поздравляем победителя турнира Институт ЮФУ на память Бориса Алексеевича Кабаргина. Желаем удачи, успехов везде и во всем, в учебе, в футболе. И желаем успешно представить нашу страну везде, во всех турнирах, в которых будете принимать участие. И на память мяча футбольной команды.